Куда это они бегут, интересно? О, видали? Там внутри земли что-то есть. О, он полетел на элитрах, наверное, прямо туда. Интересно, что это за проход там такой? Они же вроде в обычном Майнкрафте. Смотрите, у него в инвентаре нет вообще ничего из модов. О, не входить. А, стоп, а зачем мы тогда поставили здесь этот вход, если в него входить нельзя? Так, закройте его. Это же недорого. Блоками просто вот так вот раз заставили и все. Зачем нужно это было делать? Хорошо, они все равно туда пошли. Ну, написано же, не входить. Ну, зачем? Зачем вы туда претесь? Скажите мне, пожалуйста. О, возможно, не зря. Смотрите, сундучок, а тут алмазы. Блин, неплохо. Это ж как они залутаются-то сейчас? Они же капец алмазов добудут. Ёлки. Только у одного. У одного 15. Офигеть. Ладно, дорога куда-то за... Это кто? Это что? Чуваки, что-то мне не нравится. Что это такое? Я реально не понимаю. Ёк-макарёк, покажите мне его. Чувак, ты куда побежал-то? Эй, стой, ты куда побежал-то? Ёлы, он плачет? Я понял, это монстр. Я понял, что это за монстр. Фу, у него еще рот, по-моему, вот такой кривой. Блин, не-не-не-не-не-не, чувак, не подходи к нему, просто ничего не делай, просто... О, не. Бро, запомни одну фразу. О! Все будет... Что? Это ж мой видос. Ребята, сегодня, как вы поняли, мы посмотрим мемы про Майнкрафт. Ну что тут делает мой видос? Нифига себе! Я вам скажу одну кое-какую тайну, только попозже. Давайте прямо сейчас вы поставите лайк, вы нажмете на кнопку подписаться, сделайте это. Это несложно, ребята. Одну кнопку нажать и все. Быстренько давайте сыграем с вами в игру. Вокруг меня буквы появились. Из них вам нужно составить одно слово. Какое слово? Я не дам подсказок. Возможно, оно связано как-то с Майнкрафтом. Но пишите в комментарии, если вы догадались. А мы начинаем смотреть мой видос. Ну-ка, бро, чё тут? Запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. По факту, безумно можно быть первым. А фразы, Лёня, они такие запоминающиеся. Ладно, наверное, в конце видео я вам расскажу, откуда здесь мой видос. Все, поехали. Давайте дальше смотреть. Опа, деревянная кирочка. Скрафтили. Допустим. А что он хочет сделать с этой деревянной кирочкой? Давайте посмотрим. Он смотрит на солнце. Что-то я не... Что? Подождите. Мне же это не показалось. Что? Он солнце ломает? Чё? Ночь настала. Ребята, я не понимаю, как он это сделал. Нифига себе, это что, магия монтажа, что ли, такая? О, они снова бегут куда-то. Это те же чуваки? Нет, это какие-то другие чуваки. Так, они нашли, кажется, каньон. В каньоне алмазы. Как так? А? Что это такое? Как они так заспавнились? Объясните мне, пожалуйста, почему у меня в каньоне так не спавнятся алмазы, как у них? Как-то слишком это вот, знаете, палевно. Нифига себе, он ведро поставил под собой как-то элегантно. Окей, давайте посмотрим. Они же добудут эти алмазы, правильно? Они же не дураки. Я бы тоже добыл лайк, если бы тоже добыл алмазы эти. Кто не поставил лайк, тот, получается, не профессионал в Майнкрафте. Вот так. А как по-другому? Алмазы добывают только профи, только профессионалы. Так, он забирается наверх. Дружок его тоже пирожок. И сейчас они идут дальше. А дальше куда? Ой, какая-то тут ровная слишком пещера, смотрите. Как-то она... пугающе выглядит. Ну ладно, чуваки, давайте попробуйте в нее зайти. Только аккуратненько, реально, просто аккуратненько. У вас уже была, по-моему, такая пещера один разок. Вас там вообще недружелюбно встретили. Ой, что написано? Беги. Ой. А куда бежать? А от кого бежать-то? Так вроде никто не нападает, что бежать-то зачем? Странные, конечно, ребята. Ну окей, они решили побежать. Вы видели, что там? Легкий выбор. Легкий выбор? А легкий выбор чего, интересно знать? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Тут стоит зомби. Песчаные зомби и курица. Ну да, это легкий выбор, конечно, я бы всех зомби утопил, а курицу бы спас, конечно, естественно. Давай, курочка, иди сюда, давай. Ну-ка, сейчас он ее покормит, естественно. А у него яйцо спавна курицы есть? Откуда? Он что? Читер. Окей, давайте, посмотрим, что он будет делать. А чё курица-то за тобой не идет? Семена-то в руки возьми. Это что такое? Чувак, просто беги. Просто ничего не делай. Просто стой, подними руки и скажи: здравствуйте, я поставил лайк и подписался на канал. Не бейте меня, пожалуйста. Вот так вот можешь сказать. И тогда, может быть, они тебя не тронут. А чё один в пчелу превратился? Что происходит? Пчелы завалили другого, курица тоже боится. Чё происходит в этом ролике? Так, мне нужен отдых. Ладно, давайте досмотрим. Мне же интересно, капец, что будет-то дальше, а? Это что вообще было? А, он полетел, сел на пчелу еще и полетел куда-то.
Что за фигня, ребята, это чё? Это Майнкрафт явно сломан. Они им ещё и алмазов дали. Господи, ребята, чуваки, это какой-то кринж. Так, погодите, чё он хочет сделать ножницами? Опа, сделал тыкву Джека, давай. О! Эй, нельзя так делать с арбузом. Этого в Майнкрафте нету. Ты меня не обманешь, чувак, я много лет в Майнкрафт играю. Так, он со стрековцу. Не трогай. Не трогай, Стива! Чё? Упс, а, нифига себе, состриг случайно. Да, подождите, а тут домик чей-то. Ага, опять ты, чувак какой-то надоедливый. Опять грабить, наверное, пришел, зараза, или ловушку делать. Посмотрите, у него динамит в руках, по-любому ловушку. Ладно, давайте посмотрим, не будем загадывать, так скажем. Тихо, тихо, Стив вышел, садится в вагонетку, поехал. Ага, в шахту, наверное. Это не Стив, это Херобрин, наверное, там же факела красные. А, господи, как я сразу не догадался об этом. Ладно, я сразу догадался об этом. Ладно, он идет к нему домой. Там кристаллы Энда, вы видели? Чего? Откуда? Почему так много? Три штуки целых. Ладно, их вроде бы можно скрафтить. Но три штуки? Три, блин! У него в доме ничего такого сверхординарного-то нет особо. Он или это разобирает... Беру свои слова назад. У него есть 33 блока незерита. Блока незерита. Блока, черт его возьми. Все, ладно. Забирает дальше яблоки, морковки. Красава, всего обокрал. Я же говорю, что он к нему воровать придет. Поставил динамит, еще и взорвать динамит хочешь. Ну ты дурак, чувак. Если Херобрин поймет, что это делаешь ты, тебе вообще не сдобровать. А че? Подожди, динамит не взорвался, кажется. Что? Ладно. Чувак, может ты зайдешь, посмотришь? Чё? О, Лёня снова! Окей, давайте смотреть. Цитата, наверное, будет. Ну-ка. Цитата, бро. Ну давай я твою заценю. Блин, нет, не цитата. Ладно, давайте посмотрим, что это за момент из выпуска. Ну-ка. Ты мою не смотри пока что. Вау. Мы забежали к Лёне в дом, который мы строили в одном блоке. Вау, красиво. Это что, вся квартира, что ли, твоя? Ладно, Лёнь, давай обустраивай там внутри, посмотрим, что у тебя получится. Офигеть, я не знаю, как на это реагировать, понимаете, я свой же ролик только что посмотрел в видосе про мемы. Это же офигенно, офигенно, ребят, классно, блин, за это точно лайк. Так, чуваки бегут за алмазами. Я все еще не могу отойти от того, что я в мемах. Ладно, все, давайте смотреть. Алмазные блоки. В конце я вам объясню, почему, ребята. Не переживайте, я вам все объясню. Просто чуть-чуть подождите. Давайте досмотрим вот эти классные мемы. Он алмазные блоки собирает, и эта конструкция похожа на какой-то бассейн. Что они тут хотят делать, я не понимаю. Что-то у него блок пропал. Еще пропал один блок, странно. Ладно, он забирает последний алмаз, ставит сюда булыжник. Ой, чё? В смысле, откуда тут лава? Его друг лавой залил. О, это что за друг-то такой? Волк? Что происходит в этих видосах? Я не понимаю, чуваки. Давайте просто смотреть. Это еще и нубик, кажись, там был сверху. Окей, этот чел спасся. Волк его спас. Положил в воду. Зачем? А, он сделал бесконечный источник воды. То есть ты, чувак, можешь взять ведро. Откуда у тебя ведро? Конечно! У тебя, блин, алмазы только. Ладно, побежали за волком. Волк еще и ходит на двух лапах. А можно продолжение увидеть? Я хочу это видеть. Что было дальше? Догадываемся в комментариях. Ой, что это такое? Ой-ой-ой, вы слышите? Ой, скелет! Тихо, спокойно, ща, минус скелет будет. Давай, иди отсюда, какашка. О чем они говорят и почему они... Говорят вот так. Всем привет, это я Воду. Странные. Они что, амогусы, что ли? Ой, крипер. Ой, блин, вообще что-то неожиданно вышел. Я сначала понял, что это крипер, а потом как не понял. Прямо сейчас я рассказываю секрет, тайну. На этом канале, вот на этом, вы можете реально увидеть мемы с моим участием. Я там есть в видосах. Они берут, нарезают мои видосы и делают из этого мемы. Так что в этих роликах вы часто сможете увидеть меня. Вот на этом канале. Нажимаем на кнопку подписаться. Выражаем респект этому каналу. Что я сейчас там в мемах такой крутой, Владус Мармеладус. Подпишитесь на этот канал с мемами обязательно. Ролики выходят каждый день там, так что посмеетесь от души. И друзей еще попросите подписаться.